Шалом, друзья! Сегодня праздник всенародный. Гуляет Хайфа и Днепропетровск гудит. Недаром этот праздник выпал на субботу. Вся синагога лишь о нем и говорит. Лет этак 35 назад в степях донецких родился мальчик, точно будущий артист. Талант певца ребенка мучил с детства, но, слава богу, он теперь связист. Спеша, друзья, поздравить Диму с юбилеем, несет под мышкой DVD-шку «Горобец». А Парфюс речь сказал от всех евреев: «Прими подарок наш, иначе нам капут». Сажусь в такси, водила выбрит при параде. На день рождения к Диме отвези, браток. Таксист узнал, что я с Димоном в шоколаде. За счет конторы покатал меня часок. Я в попыхах склепал в подарок другу песню. Слова придумал и как смог мотив напел. Роман Любимцева, конечно, интересней. Ну а я спешил и на десерт едва успел. Влетаю к Диме, там дужбанят полным ходом. Димон в помаде, бабы пьяные завал. Дом Димы полон незнакомого народа. Я цель собрания вкратце им обрисовал. Все было весело и чутко, и с заботой. Народ пьянел, все исчезало со столов. Мы не спешили ни домой, ни на работу. И от души желали Диме «Будь здоров!» Еще не время, Дима, подводить итоги. Где 35, там ровно 20 НДС. Но нафиг, Дима, нафиг нам платить налоги, в Днепре имея немалый вес.